Ежегодная областная акция «Лес Победы» в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны вновь собрала на площадках большое количество жителей. Поприветствовали их ветеран войны Анастасия Лебеденко, председатель Совета депутатов округа Надежда Суровцева и исполняющий полномочия главы округа Сергей Горелов. Сегодня мы с вами проведем акцию «Лес Победы» и высадим почти 23 тысячи сосен на территории деревни Аксенова, тем самым отдавая дань уважения, благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, всем участникам тех событий. В этом году в городском округе были организованы две основные площадки – рядом с деревней Аксенова в Афрянове и на набережной вдоль улицы Шмидта. И 37 дополнительных – это придомовые территории, школьные дворы и общественные пространства. На пешеходной зоне высадили саженцы ивы, клёна, рябины и липы, а на основной площадке в Афрянове дали начало настоящему новому лесу. 23 тысячи сеянцев сосны заменит сосновый лес, который несколько лет назад уничтожил жук-короед. Мы много хороших слов сказали 9 мая, но сегодня продолжение, можно сказать, именно за это героически дрались и героически погибали наши деды и прадеды, за то, чтобы сегодня вот так трудились и строили наше будущее. Эта акция важна для нас, как для молодежи, прежде всего, потому что это память о наших предках, о людях, которые кровью вставали за нашу страну, которые защищали нашу страну. И я считаю, что участие в этой акции – это долг каждого человека, который живет как в нашем районе, так и во всей Московской области. Всего на площадках городского округа приняли участие порядка 7 тысяч человек. Некоторые пришли посадить свое дерево целыми семьями, другие – коллективами. Каждый год мы принимаем участие в посадке леса. То есть для нас, для нашей школы это уже традиция. То есть с самых первых дней, как только была введена эта акция, мы всегда приезжаем. Ну а потом для нас очень важно, мы здесь живем, здесь живут наши дети. И нам очень приятно видеть то, что именно у нас сажают этот лес. И мы будем проезжать постоянно мимо этого места и всегда знать, что этот лес посажен нашими руками, руками наших детей. Я беременная, вот мы пришли с дочками посадить дерево, озеленить нашу набережную, поучаствовать в озеленении. И потом, чтобы приходить смотреть на наше дерево, как оно растет. В стороне не остались и наши сотрудники. Мы с удовольствием приняли участие в акции и посадили дерево. Екатерина Сусенко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».